Да? Ленинград! Ленинград. Петербург уж сколько лет. Как привыкли, так и называем. Говорить будете? Буду, буду. Алло. Алло. Алло, да-да-да. Василий Игнатьевич. Алло, Валера, это ты? Да, это я уже в районе. А, хорошо. А проводника нашел? Да, проводника нашел, выходим сегодня. А, хорошо. Ну, я думаю, все должно получиться. Да-да, конечно. Главное, будь осторожен. Выйдешь из тайги, сразу же звони, ты меня понял? Сразу. Хорошо. А может, пойдем куда-нибудь? А то можно со скуки здесь умереть. А работать кто за тебя будет? Ой, мы прям заработались. Ты мухлюешь все время. Почему я мухлюю? Уже в пятый раз 6-6 выпадает. Просто мне везет. Ага. Я что, не вижу? У Петровича поди научилась. Ну что, пойдешь со мной куда-нибудь? Сейчас должен обзор по Карелии прийти. Да? Ну и сиди один. Эй, кубики отдай. Ну что, может, дойдешь со мной до конца? Нет, дальше не пойду. Плохое место. Земля мертвая. Воздух мертвый. Там нет ничего. Че ж ты взялся тогда? Деньги. Ну, давай так. Доходишь со мной до конца, я тебе еще столько же плачу. Дорогу покажу, сам дойдешь. 10 километров всего осталось. Чего же все так боитесь? Черный шаман, черный камень. Это ж выдумки все. Фольклор. Черный шаман не выдумки. Он прадеда моего этим камнем лечил еще до революции. О, значит, камень все-таки есть. Может и есть. Только когда остальные шаманы черному войну объявили, ему и камень не помог. Съели они его, что ли? Всех духов на него спустили. Они из него силу выпили. Теперь его душа из тайги силу пьет. Сам увидишь, мертвое все. А че же он в другое место не переберется? Сил не хватает. Давай спать. Дорогу завтра объясню.
весело. Чушь какая-то. Привет. Привет. Злишься? Волновался немного. Тебя, между прочим, звали с собой. А я тут, между прочим, сводки проверял. А-а-а. Ну, конечно. Ты же отличник. Боевой и политической. Куратор звонил. Заложил меня? Дура. Авария на трассе федерального значения. Столкнулись 30 автомобилей, 22 трупа. Еще западнее, 12 километров к Иркутску. У небольшого поселка грохнулся самолет, и, наконец, на самой окраине Иркутска взрыв магистрального газопровода. Жертвы. Почему мы должны этим заниматься? Это же не наша область. Что их местные конторские говорят? Что их нет там, что ли? Уже нет.
Трупы двух агентов из Иркутска найдены у привокзальных путей. Причина смерти у обоих – инфаркт. То есть что-то двигалось к Иркутску? Оно не могло сесть в поезд? Да уже село. И маршрут известен. Поезд Владивосток-Петербург. По пути следования. Катастрофы, аварии, преступления и прочая мерзость. А если это что-то село на поезд, значит, это человек? Дай. Возможно. По пути его следования еще 5 регионов. Мы подсадили в поезд бригаду наших агентов. Я сейчас сам вылетаю туда. Может быть, выявим, остановим, а может быть, нет. Так что готовьтесь. К чему мы должны готовиться? Город эвакуировать? Слушайте, ведь действительно у нас АЭС под боком. Нужно запросить межгород, проверить все исходящие звонки в Питер из этого поселка. Запрашивать долго. Я полезу, поищу их базу. Ты дура. Сам дурак. Где можно по межгороду позвонить? А за кассами направо. Угу. И за часами следите. Поезд 15 минут стоит. Спасибо. Алло. Алло. Алло, Валера. Алло, Нина. Да. Нина, это Ян. Все в порядке, я возвращаюсь. Когда? Из Иркутска не мог позвонить, там связь барахлила. Слушай, Парамонов не звонил? Нет, не звонил. А что? Я прошу тебя, позвони ему. Позвони и скажи, что я приезжаю завтра в час. Вагон 9. А хорошо, Валера. Алло! Эй! Алло! Питер был всего один звонок гражданину Парамонову. Адрес есть, телефон есть. Будем брать? Нахваталось. Давай искать на этого Парамонова все, что можно. Ведь звонок к нему может быть не связан с нашими проблемами. А если он ни по каким учетам не проходит, как мы его искать будем? Частным сыском. Шмонай картотеки, а я ножками. Ну что? Тихий старикан, давно на пенсии. Хулиганишься? Ноги убери. Подрабатывает гончарным делом, а там фигню всякую из глины лепит, продает. Лицензия у него в порядке. Нож принеси. Вот напротив семья алкашей живет. Вот эти, да, эти меня достают. Что мне твои алкаши? Мне убийцу нужно найти. А у нас тут слушок прошел. Будто мой клиент должен заявиться к этому старикану. Понимаешь? Салфетка есть?
Ну что еще? Жена у него была. Лет 10 назад, кажется, умерла. Угу. Гараж есть. Москвич старенький. Ага. Только не ездит он. Да ты к нему на работу сходи. Там тебе больше расскажут. Ты знаешь, он бывший геолог. На. Геолог? Ну, за геологов. Геолог. Дэн, давай по второй. Слушай, Лёш, мне надо идти, и у меня очень много дел. Давай, пока. Алло, у аппарата. Денис, наш Парамонов сидел. В начале 50-х по 58-й. Позже реабилитирован, по нему все. Ну, не густо. Слушай, я сейчас еду к нему на работу. Он бывший геолог. Там про него все должны знать. Еще не все. Я решила проверить междугородние звонки со станции, через которые проходил наш поезд. Были интересные звонки. Дважды кто-то пытался связаться с Парамоновым, но телефон не отвечал. И тут же следовал второй вызов по другому питерскому номеру. Угу. И один раз по нему дозвонились. Проживают некие Лукины муж с женой. Что интересно, дом кооперативный, строился для сотрудников геологического управления. Че, молодца. Давай сейчас еду тогда в управление, а ты подъезжай, там все перетрем. Хорошо, пока. Давай. Да что рассказывать. Лукин Валерий Ильич, как специалист толковый, хороший. Но как человек со странностями. С какими странностями? Да чертовщиной всякой увлекался. Книгу про шаманов писал и все такое. Правда, издавать никто не решился, слишком заковыристо. Это Парамонов его с толку сбил. Кто? Кто? Парамонов? Да, есть у нас такой кадр, вернее, был. Давно уж на пенсии. Он еще в Дальстрое начинал. Так тот всегда с местным населением дружил. Они ему и показывали, что где. Золото, платина, алмазы. Уважали его. Уважали и почему-то боялись. Потому-то, наверное, в передовиках ходил. Ну, а как посадили в начале 50-х, так и рухнула вся карьера. А за что посадили? За что сажали в те годы? Был бы человек, статья найдется. Адрес и телефон у вас есть, да? А он где-то на Васильевском живет. А вы зайдите в кадры, я позвоню, вам все дадут. Угу. Спасибо. Простите, а почему прокуратуру заинтересовали наши кадры? Недавно в городе всплыла большая партия самородков. Мы проверяем разные версии. Ну, проверяйте, конечно. Только наши здесь ни при чем. Нет. Надеемся. До свидания. Ну что, к Парамонову или к Лукину? Давай к Лукину. Все-таки он книгу про шаманов написал. Наверное, поехал в тайгу, где все началось. Навряд ли жену с собой взял. Вы знаете, он будет очень рад. Возьмите, пожалуйста, что хоть одно издательство им заинтересовалось. Он столько души в эту книгу вложил. А мы как раз этнографическую серию делаем. Нам из геологического управления рассказали про вашего мужа. Да, он много в экспедиции ездил. Там и увлекся. Нина Сергеевна, а можно рукопись посмотреть? Нет. Вообще-то Валера не очень любит, когда без спросу. Ну, может, вы его дождетесь? Он приезжает завтра, в час, вагон 9. Да, завтра мы обязательно с ним встретимся. Да, но нам да. нужно предварительно познакомиться с материалом. У нас ведь издатель, мы должны отзвониться, отчитаться. Да, и сроки поджимают. Да. Да мы же приехали ради этого. Сейчас. Спасибо. Источники языческого верования народов Севера. Да, я же говорю, он серьезно увлекался религией народов Севера. Даже отпуск в этот раз взял, чтобы посетить.
какое-то капище. А я так хотела капище. С ней к маме съездить в Брянск. Вот. Запрятал. Мифология страха. Умеешь ты выпрашивать? Потому что я тонкая. Да, я мент грубый. Какая у тебя низкая самооценка? Начальник? Да. Мы тут накопали кое-что. Девятый вагон. Некто Лукин Валерий Ильич. Молодцы, молодцы, хорошая работа. Мы тоже на него вышли. Готовьте встречу, если не справимся. А я-то орден хотел получить. Черт, опередили, а? Ничего, зато у них рукописи нет. Так, ничего не понимаю. Придется ночью посидеть. Ну, если ночью не разберешься, с утра мы его встретим. Девятый вагон. Место встречи изменить нельзя. Я схожу с ума. Зачем тебе ум? Теперь я у тебя есть. Слушай, зачем тебе я? Уйди. Я не выдержу, я действительно сойду с ума. Ты же сам меня искал. Я камень искал. А камень мой? Так бери свой камень и проваливай к чертям собачьим. Силу вернуть надо. Пока без тела жил, силу потерял. Да ты меня не бойся. И не борись со мной. Хуже будет. Господи, за что мне это все? Я тебя не звал. Ты сам пришел. Почту, телеграф, потом вокзалы, но главное, вокзалы надо взять, понятно? Не надо ничего. Ой. Чего ничего не надо? Поезд, на котором он ехал, потерпел крушение. Сегодня ночью сводка пришла. А что ты меня раньше не разбудила? А толку-то? Куратор там был и бригада из центра. Кто-то выжил, кто-то нет. Ой-ой-ой. А наш? А нашему повезло, у него перелом ноги и пару ушибов. Понятно, значит, не встретим. Нет, надо встретить, знать бы только где. Так, и шеф просил заехать. Куда? В госпиталь? Есть у него время по госпиталям валяться. Ну, куда же тогда? Потрясающе. Полководцы не сдаются? Чего это вы здесь один, без охраны, даже неприлично? Чайку возьмите. Чаю хотите? Нет, спасибо. Если бы у вас чипов не было, вы бы сюда на 100 метров не подошли. Скажите, а на базе не проще было бы встретиться? На базе, к сожалению, нельзя. Все, кто был в поезде, засветились. У меня нет. Он запоминает характеристики биополей. Поэтому базу подставлять нельзя. Кто он? Потенциал серьезный, очень. Огромный. Про одержимость слышали? Эта тварь подселилась в Лукина. Да, это черный шаман. Какой черный шаман? Этот геолог Лукин. Он ездил в тайгу за черным камнем, который охраняет черный шаман. Здесь есть рукопись. В этой рукописи есть одна незаконченная глава, но в ней есть план местности. Здесь ближайший населенный пункт.
Первый ближайший населенный пункт – поселок. Где все и началось, да? Да. Понятно. А теперь ему нужна сила. А силу он берет через разрушение. Да, только мы ее... Черт! Плохо, что мы не знаем его энергетику, параметров. Все разрушения, которые по его маршруту следования были, имеют разные характеристики. Ну и чем это может грозить? Тем, что он набирать будет дальше. В средние века ребята, подобные ему, пол Европы под себя подмяли. Инквизиция же, она не на пустом месте возникла. А как вы его обнаружили в поезде? Да как? Не спал он. Один из всех пассажиров. А у всего вагона болела голова. Жутко болела. Осталось только 10 неопознанных тел. Среди них 5 мужчин. На, посмотри. А он сам может погибнуть? А ему-то что? Это погибнуть может Лукин. А он переселится в другое тело и пойдет дальше. То есть нам надо искать странных людей? Точнее, людей, которые недавно стали странными. Слушать полицейскую волну и... Надо обзвонить психбольницы. Слушай, у нас же есть зацепка. Парамонов. Парамонов. Господи, как приятно. Почему-то учитесь понемножку. Спасибо. Дай поцелую. Спасибо, мы стараемся, Ваше Величество. А что будет, если мы его не найдем, и он развернется в полную силу? Вы его должны найти. Если он наберет силу, тогда будет все потеряно. Вперед работать. До свидания. До свидания. Давайте. Слушай, сдается мне, кто-то там есть. Ну да, шевеление какое-то было. Может, кошка? Может, кошка. Ломаем? Ломаем. На каком основании? Только спугнем, если что. Почему ты не звонишь, Валера? Мне нужен этот камень. Я без него не протяну.
Хорошую вы силу придумали. Если ее взять, совсем сильной стану. Никогда больше не проиграю. Ты просто не понимаешь, что произойдет. Половина людей погибнут сразу. Остальные умрут медленно от радиации. У меня черный камень есть. Полезных вылечу. Слабые пусть умирают. За 100 лет так землю испоганили. Я тебе не дам этого сделать. Даш, ты слаб. Я тебя сильным сделаю. Сильным, говоришь? Посмотрим. Ну, давай поборемся. Слабый парень. Глупый парень. Зачем он только тебя выбрал? Лежи ты, не дергайся. Вроде успокоился. Слава богу. Худой, но жилистый. Чуть руку мне не сломал. Тут сказано, что от злого духа можно избавиться, если прядь волос одержимого человека, закатать церковный воск и сжечь. Хм. Ты его вначале найди, потом подстриги, а потом я на тебя посмотрю. Опаньки. Что там? Попытка суицида. В кармане был найден паспорт Лукина. Полетели. Даже окном не воспользовался. Зашибись. Да ему вообще похож по барабану. Что кирпич, что стекло. Динозавр. Накрылись 3 трансформаторные станции в южных районах. Электричество. Подзарядка. А где у нас больше всего электричество? АЭС. Они взяли станцию под контроль. Нам приказано вести поиск в городе. Контроль? Ему там даже не обязательно появляться. Знаешь, надо ехать к Парамонову и добивать его. Ну, добивать так добивать. Вы, Василий Игнатьевич Парамонов. Что с Лукиным? Он в городе? В городе. Прибыл. Пытался покончить жизнь самоубийством. Оказался в психушке. Проломил потолок и сбежал. Да, где бродит, неизвестно. Что ожидать, неясно. Теперь все плохо будет. Ой, Валера, 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 предупреждал я тебя. Что делать? Убить Валеру. Больше ничего не остается. Иначе город накроет эпидемией. Так что доставайте свои наганы и ждите. Он непременно у меня объявится. Почему? Так я ж туда его и направил.
А эта визитка любого духа ко мне обратно приведет. Господи, ну почему же так все глупо-то получилось? Ой, Господи. Ой. Вот хоть убей меня. Уверен, что ритуал у нас с тобой не получится. Какие мы с тобой шаманы? Стрелять надо, и все. Если это камень придает ему силу, значит, надо уничтожить камень. Ты же сама знаешь, что по инструкции камень мы должны сдать в центр. А откуда мы знаем? Может, камень все-таки лечит от всех болезней? А человека проще убить, да? Какой он человек? Снес психушки потолок. Человек тоже мне. Ну, допустим, выстрелили мы в Лукина, и что? Дух ведь потом возьмет и переселится в любого другого человека. В тебя, в меня. В Парамонова. В Парамонова. Василий Игнатьевич, спрячьтесь. Он приближается. Сейчас мы выстрелим, и все кончено. Да-да, конечно, конечно. Ну ты где, старик? Ты звал. Я пришел. Стреляйте! Стреляйте! Господи, помоги мне. Господи, помоги. Господи, помоги. Он что, жив? Мы его усыпили на время. Господи, да что же вы? Да что же вы, Господи! Господи! Спокойно! Остановитесь! Денис! Остановитесь! Отойдите от него! Отойдите от него! Спокойно, спокойно! Отойдите! Теперь вы поняли, что я не шучу? Вы! Вы не оставляете мне выбора! Денис! Денис! Смелый парень. И меня закрыл, не дрогнул. Я не тебя закрывал, а геолога. Смелый, но глупый. Совсем ничего про наши дела не знаешь. Хочешь со мной быть? Жизни научу. С духами говорить будешь. Над людьми силу иметь будешь. Я это обдумаю. Может быть, ты скажешь, где мы находимся? Между жизнью и смертью. Что скажешь? Скажу спасибо. Твои дела не по мне. Тогда драться будем. Кто победит, того и правда. Давай драться. Как у вас тут дерутся? Да по-всякому можно. Можно через зверей. Можно болезнями мериться, да только ты так не умеешь. Давай на горлышках. Самое простое у нас. Бери так же. Теперь кто кого? Yeah.
около миллиона людей, больных СПИДом. Знаешь, сколько из них детей? Шустрая девка. А сколько больных лейкемией, раком, пороком сердца? Что-то ты стал слишком жалостливый, добрый. Давай так, я ухожу, а ты берешь камень. Ты вылечишь кучу людей. Господи, Боже мой! Был черный шаман, и нет шамана. Был черный камень, и нет черного камня. Пять. Один. Вот так человечество истребляет природу. Интересно, как там наш геолог поживает? Выписали. Новую книгу про шаманов пишет. Ну-ну. Чё там клюешь? У тебя опять 6-6. Просто меня духи тоже немножко полюбили. Ты против?